Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, давай-ка мы с тобой посмотрим. Так, колодочку открываем. Награду нашу забираем. Ванька-стиранка, я уже сразу узнаю по погонам. Так, Ванек, давай-давай, не стесняйся, заходи в гости. Наградушка. Так, пройти серию... Давай-ка серию испытаний пробежим быстренько с тобой. Серия испытаний, вот начнем с этой. Подожди, с какого перепуга Ванюша-то здесь затесался? Эй, Вань, подожди, ты что-то... Видимо, у него ДНК много накопилось, поэтому он стал лезть в первые ряды. Надо это как-то немножечко подкорректировать. Ну-ка. Хлоп, выжил. А я валунчиком? Валунчик, вы осилите, а, ребятули? Ну, змейковин, наверное. Да, осилит. Но это ненадолго. Чпок, упал. Так, ну что, мы бежим с тобой... Вот к этим ревитулькам. И здесь... Оу, а у меня ничего и нет. Ну, давай ракета, наверное. Консервная банка упала. Мы с тобой сделаем доп. Защиту от Донателло. Здесь... Да, наверное, просто ударим вот так вот. Минус еще банка консервная. Плюс выпускаем с тобой торпеды. Понижая тем самым атаку нашим врагам. И Лео, в принципе, наверное, должен добить их. Проще пареные репы. Все очень шикарно получилось, как ты сам видишь. Ну и мы с тобой тогда двигаемся дальше. Мы двигаемся дальше, забираем здесь задание. Ну что, я так понял, как вы сказали мне прокачивать все-таки крысиного короля. Хотя пару голосов было за Макмана. Особенно хвалили его торнадо. В принципе, я должен согласиться, ребят, но... Давай уж тогда крысиного короля завершим. Так, у нас... О, черепашья буря. Самое мое любимое, ребята, событие. Почему оно любимое? Потому что тут можно доллары заработать. Ну и... Да, наверное, только из-за долларов. Ладно, обязательно... Подожди, обязательно пройдем. Надо проходить сейчас, потому что фармить это уже совсем другое дело будет. Раз, так, так, и вот так. Я говорю... Кликаю, главное, кликаю на Криса Брэдфорда, а места уже нет. Молодец, Рэйчик, ну... Кстати, надо было Криса Брэдфорда брать вместо Зека, друзья мои. Вначале мы кинем сюда бомбочку. Вот так вот, хлоп. А, так тут 60 уровень. Чего я волнуюсь-то? Пока все норма. Пока все норма. Вот это вот что такое, ребята? Почему я не вижу его здоровья? А я тебе объясню, почему я не вижу его здоровья. Потому что у меня стоит расширение в 2К. Да? И вот так вот оно почему-то снимает. Надо будет и поменять его, ребят. Поменять расширение, тогда у нас тут все будет в норме. Так, ну что, поехали. Хлоп. Смертельную волну. И пулеметная дробь. Все, шикарно. Двигаемся дальше. Ну, здесь все легко и просто. Минус. И шипами добиваем. Ага, Донни. Донни выжил. Но это ненадолго. Так, и вот у нас классические черепашки. Боксер выпускает своих маузеров. И победа. Так, ребят, сейчас я поменяю расширение. И продолжим. Потому что, ну, так тоже некрасиво, да? 60 долларов. Общая сумма. Так, ну, здесь у нас с тобой 75 жетонов, 15 долларов. Ну, и осколки, которые нам не нужны. Поехали. Так, вместо Зека я все-таки, наверное, возьму Криса Брэдфорда. Да простит меня, как говорится, Зек. Не нашлось ему у нас места. Ну что, черепашки, получите. Угу. Кто выжил, тот, как говорится, уже не жилец. Потому что на них висит постепенный урон, но мы их успели по инициативе, конечно же, распинать. Так, вторая волна. Видишь? Расширение поставил Full HD. И все, ребята, и сразу, как видишь, у Рокзара полностью показывается здоровье. Так что если кто-то сталкивался вот с такой проблемой, да, что как бы пол вот этой штуки не видно, то просто поменяйте расширение себе. И все. Жить. Так, давай-ка, наверное, пулеметочку врубим сюда. Мне нужно хильнуть. С помощью, наверное, это придется делать Шреддера нашего, другого варианта я не вижу. Или же вот так вот, потому что у Криса Брэдфорда, ну ты сам видишь, что-то здоровья маловато. Я не знаю почему. То ли у него так было уже мало.
Окей. Так, Леонардо, естественно, здесь нужно в первую очередь колбасить. Не хочу, чтобы он провокацию здесь свою брал, а он, наверное, скорее всего, возьмет. Иммунка идет от Рафаэля, как ты видишь. Ну-ка, если Маузеров, например. Красиво, красиво. И гранатку. Будет достаточно этого. Блин, гранатка, это же не массовая атака. Господи, я попутал с другой гранатой. Смотри, все равно хотят Криса вальнуть, а? Как ни крути, а все идет против него. А я сделаю вот так вот. Бафчик повесим на себе. И добьем Дони. Ну и переходим с собой на последнюю волну. Здесь у нас черепашки ниндзя-видения. Скрытные бойцы невидимого фронта. Да, вот так вот, не будем мучиться, да? Бэу, все. И у нас с тобой остается еще один поединок, последний. Слушай, может быть Рокзару? Давай Рокзару уберем. Он... Как бы, если честно, тут вообще ни к силу, ни к городу. Кстати, 100 жетонов. Давай, наверное, Рокзару все-таки уберу. И Зека возьму. Мне так будет, мне кажется, выгоднее и проще. Зек все-таки бомбочку бросает, а она... Как... О, тут 6 волн. Ёк-макарёк. Да что ж ты такой, Крис, я не понимаю. Почему такой слабый-то? Чё-то я раньше за ним такого вообще, ребят, не замечал. Это слабо. Смотри-ка, он очистил, а? Маузеру вперед. Упс. А, наверное, все-таки надо будет брать дуб защиту, желательно быстрее. Ну а с Шреддером, конечно же, придется брать. О, он тоже не дурачок. Он тоже, ребят, не дурачок. Он поставил отхил. И мы тоже будем хиляться потихоньку, полегоньку, но будем. Успеть бы только нам с собой хильнуться-то. Вот в чем беда-то. Эх-хе-хе-хе. Крис, не знаю. Получится ли у меня тебя, чтобы ты выжил. Так, сейчас хочет Майки, да, сходить? Угу. Так, Дони. Давай так вот сделаем. Пулеметку, короче. Так, здесь у нас классические черепашки. Хм-хм-хм. Ну, попробуем Майки вначале ушатать. Когда Крис-то будет ходить? Я не могу понять. Крис Брэдфорд, ты что, там вообще, что ли? Ходит, наконец-то он ходит, ё-моё. Давай, баф, вешай свой великолепный. Так, ну, Майки здесь не жилец. Давай, наверное, Лео пропишем. Теперь вот так вот. Ну и здесь кастетом. Да куда ты бьешь-то, я... Ладно. Оригинал, друзья мои. А что, хил уже... Нет, хил еще не закончился. Допустим, сделаем так. Лео надо прописывать. Почему Крис такой ватный? Я никак не могу понять вот этого. С чего он вдруг размяк-то так? Так, ты хочешь, я смотрю, сходить? Нет, ты не сходишь. Угу. Так, в ответку он пошел бомбить. Куда? Куда ты этот осколок метишь? Угу, вот так вот. Здесь ушатываем. Тычки-бадачи. Сделаем с тобой еще отхил. И кастетом. Бумс. Переходим на пятую волну. Опять черепашки у нас, как ты видишь, видение. На тебе. Так, добьем. Нет, не добьем. Опять же доп защиту, ребят, ставим. От Криса Брэдфорда. Так, Донателло, скорее всего, сейчас возьмет провокацию, почему-то, мне кажется. Оу. Запрет на отхил, но он у нас уже стоит. По идее, поэтому он должен как бы работать. Да, или как? Слушай, мне не нравится, что там Дони собирается делать. Ух, ты еще и не пробил. Я так и думал, что он возьмет провокацию. Ну-ка, добиваем. Здесь. Так, вот крит еще повышенный. Упал. И... Давай, наверное, все-таки баф сделаем. Все-таки доп баф. Меткость понизили. И последняя волна. Здесь у нас космос, по-моему, черепашки, если не ошибаюсь. Да, здесь нужно активировать абсолютно все.
все наши супермощные атаки. Ух, Донни, все, ребята, ку-ку, улетел. И Шредер добивает. Замечательно. Крис, ну я не ожидал, что ты, конечно, такой ватный. Но благодаря его защите и бафу, возможно, мы здесь выстояли. 100 жетонов, 20 долларов, ну или на наведение. Так, здесь мы с тобой прошли, да? Теперь клан Фуд. Глянем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. А зачем я это делаю, а? Ай-яй-яй. Этого можно было и не делать. Да давай вертушку сделаем. Что мне ее солить, что ли? Куда-то там ждать, копить? Ждать какого-то момента? У нас суператак здесь дофиговые кучи, как говорится. Давай, ярость. Теперь вот так вот. Хоба. Крис упал. Теперь еще вот валунчиком их метеоритом угостим. Ты смотри-ка, а? Какой жук мощный был, а? Так, ну здесь муху. Хотя вот этот вот тоже противный. Ага. Давай лазером. Вообразился трансформером каким-то. Ну, естественно, здесь можно взять провокацию. И, в принципе, все. Тут уже, друзья, победа за нами. Я еще доп защиту от Донателло. Добиваем, наверное, да, бибопчика. Саблезуб получает удар. Добили мы его. Так, Рафаэль, ответочку. Добивочку. Давай вот так вот сделаем. На! Хорошо бьет, да? А он решил вот так вот. И контратака. Все. Мы здесь пробежали. Сколько у нас, кстати, с тобой остается сыра? Надо посмотреть. А, сыра 19, да, получается. 19. Ладно, двигаемся дальше. Вот здесь я, наверное, все-таки уберу Донателло. Космос. Ну, как бы он здесь, если честно, уже и не нужен. Все, что мог, он для нас сделал. Что, замерло все? Угу. Так, посмотри, посмотри, что творит. Ага, он хиляет. Вырубили. Постепенно урон повесил еще, да? Давай так вот. Ха! Выжил Маузер, ты посмотри, а. Хоп. И хоп. Так, переходим с тобой на вторую волну. Вот они, орлы, стоят. Ну, давай ярость Рафа, фиг с ним. Так, и... Да-да-да, нужно брать защиту. Защиту плюс... Хиляться не стоит пока, я думаю, да? А вот так вот надо сделать. Щух. Ай-яй-яй-яй-яй. Рокзар, ты слишком поздно. Поздно ты проснулся. Смотри, бьют Донни. А нет, смотри, этот Рафаэль решил бомбануть. На тебе. Тыч-тыч-тыч-тыч. Такой посохом. У него же посох Бо. Помнишь, да? Называется. Ну, а здесь можно сделать вот так вот уклонение, чтобы уменьшить им шанс попадания по нам. Карачка лежит, отдыхает, загорает. Это хиляет. Кого ты хиляешь? Зачем ты хиляешь? Непонятно. Ты смотри-ка, попалась ему так тебе. Бомба-дымучка. Вау. Крис Брэдфорд. А чё он ты? Такое ощущение, что его просто сейчас занизили. Знаешь, как будто его пофиксили. Вот такое ощущение. Но он не был раньше таким ватным, чтобы падал с удара. Я вот что и говорю, я заметил, что он какой-то вообще ватненьким стал. Да добейте вы уже его, все, ребят. Ну, я не знаю, стоит ли нам с тобой проходить. Да, наверное, стоит. У нас все равно с тобой мутагена мало. Ой, мутагена. А сыра мало, и вот как раз нам хватит пройти третий. Третий эпизод. Так, там муха, да? Так, ну здесь уже действительно, ребят, тут уже надо будет вешать уклоняшку. Разница в 10 уровней, я еще раз повторяю, это не разница.
когда ты играешь против компьютерных ботов. Этих мы разбираем с тобой своими, как говорится, силами. Ну, не то, что своими силами, а без применения суперударов всяких. Просто бомбим и все. Так, у нас с тобой в этой команде два лекаря. Да, два лекаря, так что нормально все. Это у нас Мэйки и, соответственно, Леонардо. Так что можно не волноваться, что здесь нам не хватит отхила. Тут нам с тобой все хватит. Донателло оглушил, ты посмотри. Так, на второй волне нас поджидает вот такая вот команда. Мы уже ее видели. Рафаэль, бери. Провокацию, отлично. Хиляться, опять же, не стоит. Блин, Майки, как же ты вот, я не знаю. А он тоже, видишь, берет провокацию. Только у нас... Опа. Как же так, мы промахнулись, а? Хобана. Кто-то уже ничего не сделает. На тебе. Ну, Рокзар, а? Так, берем доп. Защиту. Плюс сделаем с собой небольшой отхил. Потому что еще есть хил у Лео, так что волноваться не стоит. По пустякам. Тыч. Блин, а уже стоит волноваться, ребят. Ладно, хильнемся. Хильнемся по фулочке. Блин, мне вот этот вот Крис Брэдфорд, да ты заколебал, а? То защита, то еще там что-нибудь. Ну-ка попробуем бомбочкой, так же, как в прошлый раз. Тыч. Да, сработало. И через апперкотик. На тебе. Даже не попали, по-моему. А если вот так вот? Е. Yeah. Жуй землю, острозуб. Так, ну тут понятное дело. Начинаем с мухи, как всегда. Тюх. И не пробили. Сразу вешаем уклонение. Береженого, как говорится, Бог бережет. Это хиляет, это хиляет. Не попал. Этот делает уклонение. Ну, муха, а? Смотри. Ну, полностью отхилялся. Поэтому давай мы с тобой сделаем ярость Рафа. Супер атака нам не помешает. Поехали. Чух. Шикарно. Чего, чего, чего ты там взбаламутился сразу же, а? Чего? Муха, падать к ногам моим. Так, заморозка, да? Не попал. Пхи. Тогда я могу сказать тебе сли... Ах ты, мы тоже здесь. Давай-ка попробуем так, наверное. Добей его, Донни. Так, теперь Шреддер. Падает. Ну и осталось их двое. Двое. Бибоп и Рокстеди. Добьем. Добьем. И этого тоже добьем. Вот как-то так, друзья мои. Подорвались и прошли. Причем очень даже круто. Такс. Пофармить, пофармить у нас не получится. Хотя почему не получится? Один раз можно? А, нет, нельзя. Не хватает сыра. Так, ну что, черепашья буря пройдена, клан фуд пройдена. Майки мы будем с тобой завтра или послезавтра фармить. Так, а у нас тут еще и откаты. Ну давай, я поставлю на автобой. Быстренько, ребят, буквально шеймин там. Мы пролетим это все. Ну просто тут нормально дают откатов. Сколько там, штук 20, по-моему. Как бы первый поединок вообще изи. Да тут все поединки изи. Все они легкие. Просто это приходится это смотреть все, вот. Три отката, потом у нас идет 4. То есть это уже делаю вывод. Это 7. 3, 4, 7. Потом получается тогда 10 и 13. По 3 отката, что ли, проявляется? Сейчас посмотрим. Ну вот это вот я не понимаю. Шреддер, ну нафига ты вот это делаешь-то? Зачем сейчас нужен вот этот отхил? Какая-то перестраховка или что это у тебя? Что на уме, я не знаю. Просто взял ни с того ни сего. Это как у них, Шреддер, да? Ни с того ни сего. Никто не получил урона, он взял, начинает там хиляться. Так, а здесь 5 уже. А здесь 5. Ну хорошо. Давай, поехали. Не попадешь. Вот опять он за свою. Да что ты, Шреддер, а?
Странный, малый, конечно. Я вот смотрю, вот эти вот механические, да, противники, они все боятся почему-то ракет Бакстерстокмана. Просто катастрофически боятся. Просто убегают там, с криками. Да ну его нафиг, и убегают. Вот. Ну что же, еще пяток. И 6. И 6. Сейчас быстренько пойдем. И останется у нас с тобой арена. Ксения, кстати, еще драконы всадники Олуха. По-моему, у нас построится академка, если я не ошибаюсь. Плюс должно это, открыться событие дополнительное. Да, отлично. Маузеров отправили. Ну и остается только лишь добить. Супер Шреддер с этим легко справляется. Ну что, друзья мои, как-то вот так вот прошли и глазом не моргнули. Все, теперь идем на арену. Кстати, подожди, насчет арены-то. Тут еще надо награды забрать. Так, арена. Ну что, сегодня берем, я так понимаю, топовое наше место. Подожди, у нас 11 откатов. Блин, 11 откатов, ребят, это неприятно. Это получается сколько? Ну, грубо говоря, 6 боев. Я имею в виду именно на откатах. Плюс у нас еще есть как бы свои резервы. Ладно, сейчас посмотрим, сколько у нас и чего из этого выйдет. А у нас какая сейчас позиция? Лига мастеров, 2 звезды. Так? По-моему, 2. Да, ребята, 2 звезды. Это мы только с тобой зайдем в 3 звезды. Но я не смотрел рекламу, поэтому 10 паков... Ой, 10 откатов у нас еще с тобой как бы имеется авансом. Так, возьмем Армагона и Леонардо. Ой, Леонардо. Усаги. Раз, два, три. Это я как бы сейчас пока своими силами пытаюсь справиться. Так, ну что, Усаги, давай. Заливай. Бомбической силой. Так, и Армагоша. Добивай их всех. Прекрасно упали. Так, это у нас... 30 какая-то была, да, сейчас. Ну, возможно, 20-я будет. А, 25-я. Сейчас, возможно, тогда 12-я или 15-я. 7-я. 7-я позиция. Блин, может быть, дадите все-таки 17-24. Я уже... Во. Но тут майки. Поэтому берем Лео. Тихо. Шреддера. Лео, Шреддера. Раз, два, три. Короче, здесь самое главное, чтобы наш супер Шреддер с одного удара уничтожил майки. Там постепенным уроном или еще там что-то. Главное же, вот, все, отлично. Тогда все нормально, ребята. Эти малышки наши выживают. Потому что дальше выходит Лео, естественно, делает вертушки и все. Так, двигаемся тогда с тобой далее. Место у нас какое-то получается. В плане. С седьмого мы на второе. Вы издеваетесь, что ли? Ну, это, ребята, уже действительно было издевательство. Доня, отвали ты, пожалуйста, а. Это вот сейчас было, ребята, издевательство. Ха. Зашибись. Хорошо, они мне сейчас тут показали. Просто с девятого места, бац. Ну, а что ты? На тебе седьмое, все. Так, Супер Шреддер, давай, не подведи, мсти. Так, на всех постепенно висит. Плюс руки-базуки. Туш, готов. Ну и все. Идем дальше, двигаемся дальше. Со спокойной, как говорится, душой. Так, 98. Ну что-то вообще как-то мы еле-еле, ребят, двигаемся. Что это такое-то? Леонардо плюс... Шреддер. 6 откатов, ребят, 6. А нам нужно, блин, не меньше 20, если честно. Не меньше 20. Так, что у нас тут? Погнали.
И добивка. Ну и все. Пока все легко и просто. Ну, с 98 позиции мы, ну, на 86-ю. Уже хоть какой-то прогресс, ребят. Так, дай-ка я попробую. Есть у нас кем мы можем сами справиться? Ну, например, вот этих вот взять, ребят. Джастина. Вот такой командой. Ну, чтобы не тратить откаты. Поехали. Зэк бросает бомбочку. Слабо. Слабо ты бросил. Сюрикены. Что-то вообще как-то... Ну и волна. Тут достаточно... Ага, достаточно. Ха. Донателло выжил. Тут достаточно было, наверное, взять Бакстера Стокмана и Донателло, скорее всего. Они бы вдвоем справились. Так, 73 место. Опачки. Раз, два, три, четыре, пять. Чё-то как-то крыса моя здесь вообще не в тему, если честно. 71 уровень. Ну, вообще не в тему. Так, давай-ка попробуем через уклонение, потому что ей сейчас могут прописать, мало не покажется. Плюс провокацию берем. Хотя лучше надо было на Рафаэля брать. Ярость. Ну, а теперь, ребята... А, вот еще. Оп. С контратакой. Слушай, ну это шикарно. Давай, Рокзар. Блин, вот это вот плохо. У нас есть хил? У нас есть хил. Чего? Что происходит, друзья? Давай, 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 майки, 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 не подводи, давай. Хорошись на херни. Тю-тю-тю-тю-тю. Блин, почему у них меткость-то такая повышена? Кто вешает меткость повышенную, друзья? Еще и две атаки. Ну-ка. Раф, возьми. Защиту. Обязательно, без нее никуда. Контратака, отлично. Ага. Лео делает отхил. Так, не забываем про кроликов, что они имеют у нас. Ну, пробьем хоть. Да ёпрсты, сейчас звезданут, ребят. А, по Рафу. Ну, Раф добьет их тогда. Хе-хей, добьет, конечно. Трындец. Ну, а так. Мне не нравится, что вот Лео там, ребята, готовит. Нет, Рафаэля ему не пробить. Mm-mm. Дай-ка я баф повешу здесь. Какой-нибудь хороший. Скорость. Скорость — это хорошо, ребят. Хоп. Хоп. Ну, есть. Ну что ты там в тени прячешься, а? Апперкотик хочешь? На тебе, мне не жалко. Да, ребята, прошли. Идеально, своими силами, но тяжело. Вот именно до жути. Массовиков практически не было. Сам видел, что происходит в этом случае. 17-24. Я возьму, наверное, вот эту команду. Шредер плюс Леонардо. Раз, два, три. Далеко не будем туда ходить, потому что все равно тут остается где-то поединка 4. У нас пока на 3 хватает откатов. Ну, не забывай, что десяточка еще висит. Я тебе уже говорил об этом. Не понял. А, ну Майки не упал, естественно. Майки не упал, он начал там барахтаться. В общем, усилял свою команду зря. Прекрасно. Погнали дальше. Так, с 59-й переходим на 47-ю позицию. Ну, давай вот это вот возьмем. Опять же Лео. Опять же Супер Шреддер. Раз, два, три. Угу.
Давай. Пух. Так, а что у нас там? Бибопчики, смотрю, что-то. Ну, ему крышка, да. На нем висел по себе норм, поэтому он долго тут не простоял. Так и должно быть. Так, с 47-го места мы перемещаемся на 34-е. Последние два отката, которые у нас имеются на данный момент, это Леонардо и Супер Шреддер. Раз, два, три. Ну, я тебе говорю точно, что мы пройдем. Сегодня мы будем в топовом месте. Потому что я еще 10 откатов намерен посмотреть. Ну, за рекламу, естественно, ребят. Зачем я буду тратить доллары? Как раз нам вот этих 5 поединков и не хватает. Будем честны. Как раз вот эти 5 поединков будет самое то, чтобы нам забраться. Потому что сейчас какое там 21-е. Нам даже намного меньше надо, но все равно я... Если уж смотрим, да, как говорится, то забираем все. Оу-оу, а почему один-то только? Зашибись. Ну что, последние мы с тобой взяли. 10 откатов у нас есть. И мы отправляемся с тобой на завершение, так сказать, арены. Ну, давай вот эту вот команду возьмем. Леонардо плюс... Хотел Армагона взять, а потом вспомнил, что у Армагона... Точнее, у Леонардо не хватит, скорее всего, инициативы. Поэтому не будем с тобой ничего ломать здесь. Нашу, как говорится, удачную команду будем также проходить. То есть, Супер Шреддер. Ну, тут всего два последних поединка, надо сказать. Все, ребят. Плюс Леонардо. Мы с тобой ежедневки сделали? По-моему, сделали. Или не сделали? Что-то я... Что-то про ежедневки у меня из головы улетело. По-моему, мы с тобой только сделали одно лишь событие. Так, ну и как ты видишь, 10 всего лишь остается у нас ступенек. Везде, везде, смотри, везде лезет. Тут майки. Везде его берут. Так. И вот так вот. Мне, в принципе, по барабану. Я могу его и этой командой завалить. Просто не хочется рисковать лишний раз. Не хочется никого терять. Чтоб без нервов все прошло, и все. Ну что, погнали. Хлоп. А ведь он бы мог... Мог бы, ребят, наверное, ударить бы, например, по лисе, да? И наказать ее. Но он решил... Предпочел, так сказать, повесить на нас дебаф. Ну, это его дело. Ну что, все или не все? Да, ребят, все. Топовое место. Первое, как ты видишь. Так, мы переходим с тобой сюда. Открыть колоду. Вперед. Зашибись. Ну что ж, пришлось вот так вот, ребята, делать рекламный пак. Смотри, я не знаю, почему не засчиталось в задании. Так, сразиться в 10 боях. Пройти серию испытаний. Ну, погнали. Армагон, Леонардо. Так, так. Ну и вот так. Надо, значит, надо. Да? Шинкуем, конечно. Так, еще и заблокировали его. Так, у Армагона, да у них у всех практически, кроме Бакстера Стокмана и Леонардо, висит двойная атака. Так, раз, два. Добивочка. Ну и последняя волна. Там у нас Бибоп. Давай, наверное, Бибопчика попробуем наказать. Отлично. Так, теперь, наверное, Рокстеди. Блин, а чё же замедляшку кто не повесил на него? И Крис Брэдфорд. Опа. Ну, а с этими, ребят, на изи разбираемся. Вообще никаких проблем. Бумс. Бумс. И тут тоже двойная атака. Раз. И два. Круче и быть не могло. Ну что, прошли, пробежали. Идем дальше. Забираем здесь награды. Так, и теперь...
Валька у нас прокачан, мутагена у нас 37 тысяч, поэтому крысиный король, ты где? Вот он. Поехали. Раз, два, три, четыре. 64 уровень у него. Пока мы ничего не можем сделать, давай начнем здесь тогда. Опачки. Так, это еще пока за ним сохранилось. 4 наушника, да, нужно найти. Раз. Смотри-ка. Да нет, 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 это я не хотел. Вторые. Третий и последний. Давай четвертый. Зеленая колба выпадает. Да что ты будешь делать? Так вот, 4 наушника нам выпало. Получается еще 8 ящиков с инструментами. Раз, подожди, а мы уже выполнили задание по ходу дела, да? Ну закрой ты, ё-моё. Ага, нет. Пока еще в каком там... А, просто в режиме, в бою. Так, ну там всего лишь один раз надо найти. Так, он у нас уровень-то получил, он где-то не зазведился, нет, вот он. Так, попробуем найти. Опа, еще один ящик с инструментами мы нашли. Так, забираем наши награды. Да что ты? И, в принципе, все, друзья мои. Больше нам здесь ничего пока не остается. Все абсолютно здесь пройдено. Топовое место. Нам остается только ждать понедельника. Так что, друзья мои, всем пока. Кстати, подожди секундочку, всем пока. Оу. Так, мы 185, это получается 385, да, 385. То есть на этой неделе еще пока не наберем 400 платиновых осколков для того, чтобы прокачать нам еще одного платинового бойца. Придется еще неделю отыгрывать. Ну, а на этом уже точно все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.